done with it, but got what they deserve. Oh yeah, they're done. Anarchists. Come up here. Let's have a little chat. Just don't shit yourselves. Death to the enemy! Let's get him! To do but drink vodka these days. Are we going it's to shoot time. Any swing let's dogs get this time? Let's get them. Why does it happen at the wrong time, eh? Look at that. Fresh cannon fodder. Come up here. Just let's kidding. Have a little chat. All right, Tolik.
Take Baldy and Squint. Cover the right flank. Kolyan, you and your squad will try and cut behind them. Well, sure. No one's ever watching the rear except Kolyan. Your guns and ammo, just in case. How I hate to run! Did we kick some military ass?
Automatic medical systems engaged.
Огородился, как забором, чтоб никто мне в душу не пролез. Не хочу, чтоб на порез вчерашний кто-то сыпал перец или соль, чтобы кто-то обнимал меня за плечи. Где твоя прекрасная соль? Своим парнем, парнем в доску, наркоманом Жоржем Дюруа, пьяницей и музыкантом, и непризнанным талантом, и никем иным не быть нельзя. Напишу-ка глупенькую песню, сочиняя. Ребятки,
вспомнил вот. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в под... на море. Там климат для здоровья полезный. А то, мама не горит. Долговцы, бандюки, зверьё тупое. Блин, как все плохо.
Automatic medical systems engaged. Устроил как-то долг на кордоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак хабара и бадун жутчайший, и чувство раскаяния накатило. Командир, отпустите меня. Вот говорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Ежели я бы трезвый был, бы разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Вот это знатно, чувак. Ну да, конечно, нет ума, считай, калека. Или долговец. Зону под контроль. Ну не идиоты. Для кого стараетесь? Ну расчистите кусок зоны. А они там полигон сделают. Детишкам вашим же и аукнется. Анекдот.
Оружие убрал? Что на роду написано? Так. Ствол! Сначала убери ствол, чувак! Блин, ну какой you
долг этот долбанный. Вояки, скажи. Нет, чтобы оставить зону в покое. Все им надо под себя подмять. Все, блин, под контроль. Уроды. Вчера на базе пшенку точили. Позавчера мы тоже точили пшенку. А завтра что? Опять эту дрянь точить будем? Сейчас я вам изображу чего-нибудь. Чистите кусок зоны. Блин, какой из него командир? Фуфло. А из кожи лезет. Все в его команду. Ну и какого хрена тут торчишь, а? Дуй на фирму какую-нибудь менеджера. Или войско на контракт. О, точно. Там ему самое место. Не, кто как, а я хочу на море. Там клеймо для здоровья полезно. А тут вот уже ничему некоторые и учиться не хотят. Завязывай, ладно? Надоел. Хорошо, что выходит, а? What are you, Dave? What are you here?
военный уход поста новичка «Сталкера» и домой. Какой целью вы в нетрезвом виде пытались...